Байдарка да, Варвар 380 гигант. Называется так потому, что баллон у нее диаметром 30 сантиметров. Байдарка снабжена самоотливом. Это чисто сплавная лодка, разработанная для рек, для порожистых рек. Мы ее привезли на море исключительно по соображениям малого веса. Очередь на регистрацию. Герму берем в качестве ручной клади. Байдарочку на тележке, даем багаж. Мы используем обычный насос лягушка от надувной лодки, только потому, что он весит 500 грамм. Когда ты летишь на самолете, значение имеет каждый грамм. И вот с полной загрузкой мы отправились на 4 дня на один из пляжей мыса Ая. Взяли воду, взяли еду, напитки всякие приятные. Благодаря небольшому весу байдарки мы подняли ее на такую живописную террасу, где и собираемся поставить лагерь. Нам наконец удалось добиться оптимального размещения багажа, при котором лодка более-менее способна держать свой курс. Легкую герму со спальниками мы закрепили в носу. Дальше на штатном месте сидит матрос. Спинка сделана из пенок, а сиденье из ременной ленты. Под сиденьем сложены мусор, вода. На сиденье у меня, сделанном тоже из ременной ленты, сижу я. Здесь расположена вода, насос, самонадувайка, рюкзак с вещами, которые не боятся намокания, и маленькая гермочка одежды, которая может понадобиться в случае перемены погоды. Сзади закреплена тележка, на которой мы привезли байдар. Где ты говоришь смотровая площадка? А эта скала называется парус.